Алтарев. Димагин пока без бросков. Разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты Югры. Вот дальний бросок защитника. Подставлена клюшка. Кстати, тоже защитник подставлял клюшку. Ринат Ибрагимов, который перебрался там на пятачок от синей линии. Но какой-то большой опасности не удалось создать в этом эпизоде гостям. Еще минуту играть в большинстве Югре. Ибрагимов, бросок поворотом, рикошет и гол! Такая бабочка впархивает в сачок в воротах Северстали. Счет становится 2-0, но это уже совсем неприятно. Реализовали численное преимущество хоккеисты Югры. Ибрагимов бросил с дальней дистанции. Кого-то шайба там на пятачке по пути задела и влетела в ворота Кошечкина на 8-й минуте первого периода. 0-2. Видите, какой неловкий бросок. Шайба таким парашютиком взмыла воздух, и Нечеславль ее переправил в ворота.